Принимаю микрофон, и, конечно же, мы самые величайшие во все времена, и первое место в мире – это наша судьба. Приветствую всю ассоциацию, приветствую всех самых активных, прогрессивных, самых удачливых, и, конечно же, поздравляю с грандиозным ростом, потому что с каждым днем наша ассоциация набирает обороты. Идем к своему законному первому месту на бизнес-олимпе. И сегодня я бы хотела поделиться с вами очередным секретом успеха. Расскажу наконец-то, что мне позволило сделать вот этот скачок от просто тренера, стать топовым тренером. Ведь я засветилась, так скажем, на всю ассоциацию не с самого начала. По большому счету обо мне узнали уже спустя 9 месяцев после того, как я пришла в ассоциацию. Я пришла в январе 2021 года, а обо мне узнали в ноябре того же года. За счет чего это произошло? Это, собственно, и есть тот самый секрет, и этот результат в моменте сейчас можно повторить. Вот сейчас на самом деле уникальнейшее время, которое может вам помочь действительно сделать не просто там шаг, а реально сделать прыжок сразу на несколько ступеней вперед. И если им сейчас воспользоваться, то можно действительно в космос улететь. О каком моменте я говорю? И какой, собственно, и какая параллель с прошлым моим стартом? Дело в том, что шла я достаточно, ну, средненько, может быть, даже посредственно. Помню, спрашивала у Артема: «Артем, ну, скажи, поделись, ну, сколько ты зарабатываешь?» Он: «Слушай, ну, вот тебе скажу, ну, вот столько-то». Я: «Вау, вообще круто, ну, неужели я когда-нибудь смогу зарабатывать там 300 или 400 тысяч? Вообще это космические деньги». Что стало отрывной точкой? А в тот момент, когда объявили промоушен Meta Super Jump, объявили промоушен, что Владимир Викторович будет проводить Super Jump для всех, кто приобретет мастер-лицензию, и по тем ценам она стоила 3000 долларов или 220 тысяч рублей. И все, кто приобретут вот этот статус, могут иметь возможность пройти Super Jump у самого Владимира Викторовича. Причем это был не просто суперджамп, это был мета-суперджамп. Каждое упражнение сопровождалось еще вот такой исторической справкой. У нас примерно по полтора, по два часа эфира было каждый день. И вот смотрите, ведь это сейчас у нас исторически точно такой же момент. Больше 20 лет Владимир Викторович не выходил на широкую аудиторию и не давал свои мастер-классы. Сейчас есть возможность пригласить абсолютно любого человека на мастер-класс в Дубае. То же самое я делала в ноябре прошлого года, 2021 года. Я приглашала на мета-супер-джамп Владимиру Викторовичу. Я не звала в бизнес, я там никаких других продуктов не продавала. Я продавала только Владимира Викторовича, все. Знаете, сколько я продала? Я продала 8 суперлицензий. 8. Представляете? Ну, мы соревновались тогда внутри команды, с Артемом были на связи, с моим вышестоящим, с вышестоящим наставником, с Димой Сахно. И у меня был такой азарт, вы понимаете, потому что я поняла, что это запредельная ценность. И как Владимир Викторович говорит, я купила всем сердцем этот промоушен. Я понимала его запредельную ценность, и вот с такими глазами, и вот с такой вот развернутой душой просто бежала и рассказывала всем: ребята, быстрее, алло, 220 тысяч, вообще ни о чем не думай, это такая возможность учиться у лучших, просто быстрее запрыгивай. И как следствие, вот эти люди запрыгнули не в бизнес-суперджамп, никуда не запрыгнули к догоню. И как следствие начали здесь расти, начали строить команды. И таким образом я очень быстро ушла в отрыв. Я напряглась, по сути, один месяц, потому что сама вот всем сердцем купила этот промоушен.
Понимаете? И вот сейчас, если вы не будете упускать эту возможность, когда еще будет такая возможность? Когда нам еще дадут такой крутой инструмент? Но мы вот после мета-суперджамп, мы вот, считай, 3 года жили без таких крутых продуктов. Сейчас у нас есть этот продукт, который ты продаешь не как бизнес-суперджамп, продавай его как мастер-класс. Тогда тебе не придется там рассказывать про бизнес, что тебе надо строить команду. Все, и тебе вообще, я говорю, так это вообще такая вот, ну, простите, халява. Потому что ты даже ответственности не несешь за человека, которого тебе нужно запускать. Понимаете? Его запустит Владимир Викторович, когда тот человек пройдет мастер-класс. Когда он уже пройдет, он сам тебе скажет: слушай, ну все, давай, рассказывай. И здесь уже все, ты включаешься уже в работу. Но на данном этапе, до того, как он мастер-класс не прошел, ты в чистом виде зарабатываешь деньги легко. Понимаете, легко, потому что тебе не надо запускать его, тебе не надо его там что-то рассказывать, тому подобное. Все, мы с тобой едем в Дубай. Хочешь в Дубай со мной поехать на мастер-класс? Хочешь в крутом отеле? 40 тысяч долларов стоит аренда зала одного дня. Вы просто вдумайтесь. Но когда еще будет такая возможность побывать в такой роскоши? Для меня это тоже одна из мотиваций. Побывать в сообществе, 2000 людей со всего мира, успешных предпринимателей, приезжают на этот мастер-класс. Поэтому, come on, со мной. Вот и все. И вот смотрите, если сейчас это время упустить, то когда еще такая возможность будет, вообще неизвестно. И будет ли вообще. Поэтому сейчас вот те, кто не поленится, те, кто вот спинку выпрямит, да, весла в руки возьмет, тот сделает потрясающий результат. С легкостью заработает себе и на поездку, и на хороший отель, и на хороший шопинг, и на классные подарки к Новому году. И все это в легкости. Вот. Самое главное, смотрите, вы должны купить эту идею самостоятельно. Вот вы должны проникнуться этой идеей. Вот с этого все начинается. Вот здесь вы ловите вдохновение, и вот с этой энергией, вот с такими глазами просто идете в люди. Идете и делитесь, что смотри, есть возможность, погнали, я тебя не в суперджамп зову. Вот это тоже очень важно, потому что я вчера разговаривала с одной девушкой, которую очень хочу себе в бизнес, и говорю, туда-сюда. Она говорит: слушай, ну я не командный игрок. Я говорю: да я уже тебе вообще не про команду говорю. Я говорю: поехали со мной в Дубай на мастер-класс. Она: а, в Дубай на мастер-класс? Ну, поехали. То есть, понимаете, вот тут вам еще нужно людей, как бы это самое, с них вот немножко их встряхнуть, что вы сейчас другое предлагаете. Вот вы знаете, вот просто другое. Мы ей просто предлагаем поехать со мной на крутейший мастер-класс. Вот, поэтому составляйте списки, с чего дорога начинается. Да, список составьте, кого бы вы хотели пригласить, кому бы это было ценно. Для кого бы это было легко? Я, знаете, что еще подчеркиваю? Люди на самом деле, у людей есть деньги, они путешествуют по 3-4 раза в год. И вы знаете, как они путешествуют? Ну, куда бы поехать уже? Ну, что бы там поделать? И каждому из путешествий, ну, когда есть какая-то внутри путешествия цель, это гораздо, ну, интереснее получается. Ну, по себе скажу, ребята, я же теперь путешествую, и вот я еду и понимаю, что я не просто путешествую, а я еще и развиваюсь, я встречаюсь с командой, я получаю знания, и это гораздо интереснее, когда у путешествия еще есть какая-то цель, не просто отдых, а еще какая-то цель. И вполне возможно людям, которые думают, ну, как бы мне провести там после новогодние каникулы, ты им говоришь: слушай, да погнали со мной в Дубай. Это не просто будет отдых, мы с тобой еще на крутой мастер-класс попадем. Вау, да прикольно, совместить приятное с полезным. Да, погнали. Поэтому решительно и смело составляем списки и начинаем работать. Еще 80 дней, какая цифра классная, 80 дней вокруг света нам с вами нужно облететь для того, чтобы с сильными, с большими командами встретиться в Дубае 31 января. На этом буду завершать. Давайте включаем королевские отчеты. Поехали! 5, 4, 3, 2, 1. Мы самые величайшие во все времена. И первое место в мире – это наша судьба. Ну а самые
уже продвинутые лидеры, уже суперджампы, уже суперлицензии, уже фаундеры, я приглашаю сейчас сразу же незамедлительно переместиться в другую комнату, на нашу закрытую школу, и которую будет давать наш основатель. Вот он, пожалуйста, наш красавец, наш визионер, наш мотиватор. И решительно и смело нажимаем кнопку «Поверить в себя». И до встречи на закрытой школе и в Дубае. Всем пока-пока!